一瞬间定格的一瞬间，飞奔到你的世界探险，爱哭爱笑清晨的脸，牵手校园路上渐行渐远，每一个嘴角上扬的弧线，带着湿漉漉甜蜜的容颜，好像这是传说中的永远，留在我们生命中每一天。年少的时光都用来寻找被风吹起的裙角，被雨打湿的烦恼，那不能形容的美好，让一颗心总在奔跑。年少的时光多用来幻想，光阴静静的流淌，远远的望着你心上，我多想走过去陪你，多想告诉你我心所想。Ничего себе! Я впечатлена! Надо было сразу сюда меня привезти, не пришлось бы столько бегать. Ты приехала с целью помучить меня? Почему ты так говоришь? Мы столько отелей посетили, у всех были недостатки. К тому же, до меня там определенно уже кто-то жил. А у меня мизофобия, помнишь? Здесь тоже жили люди до тебя. Притом одни парни. Даже если здесь был главный штаб секты нищих, я бы не стала противиться. Дедушка знает, что ты приехала сюда? Мы уже взрослые люди. Зачем ему знать о каждом моем шаге? Ранее, пока я не окончила университет, дедушка не позволял мне встречаться с тобой. Сейчас моя учеба завершена. Он не будет больше меня держать. Ты что делаешь? Все же я считаю, что он должен знать. Здравствуйте, это Гу Ебай. Ебай? Надеюсь, Дэдзин не сильно помешала тебе своим прибытием. Не говори обо мне так! Пока все нормально. Она только что выпустилась и вернулась на родину. Я заранее уже подготовил ей рабочее место. Ей нужна практика. Только вот она заявила, что сама будет искать работу. И вот глянь, сразу же приехала к тебе. Наверное, не очень удобно вышло. Не мог бы ты передать ей телефон? Да, дедушка. Дзэдзин, сколько раз я тебе говорил? Ты как-никак девушка. Нужно быть сдержаннее, ты это понимаешь? Дедушка, ну дедушка, говори потише. Я могу о себе позаботиться. Я ему вовсе не мешаю. И в кого ты такая упрямая, деточка? Ты только начинаешь жить. Хочешь покончить с молодостью так быстро? Ебай хороший парень. Но у него нет к тебе чувств. Ты копаешь яму сама себе. Ты тоже не понимаешь меня. Давай так, дай мне 3 месяца. Нет, 1/2. Только и всего. Я смогу сделать так, чтобы мы были вместе. 1/2? Хорошо, тогда договорились. Если к тому времени ты не вернешься, я лично приеду и заберу тебя. Хорошо. Тогда решено. Полгода. За 1/2 можно многое успеть. Не говоря уже о том, что у нас есть такое теплое прошлое. Дзэдзин не желает жить в отеле. Я позволил ей остаться у себя на 1 ночь. Я должен был сказать тебе.
Что случилось? Что там? Он повесил трубку. Гуибай? Возможно, у него была на это причина. Причина? Какая может быть причина? Есть много ситуаций, в которых неудобно отвечать на звонок, например... Дедушка попросил тебя приглядывать за мной. Так что теперь ты в ответе за меня. Раз уж он сам попросил, я временно оставлю тебя здесь. Но только на одну ночь. Завтра найдем тебе жилье. У меня не так много времени. Надеюсь, ты не доставишь мне проблем. Иначе... Иначе что? Ты же не выкинешь меня на улицу, так? Ты оставайся, а я пойду. Не сиди допоздна. Кроме поиска работы, чем еще тебе заняться нужно? Днем можно было быть спокойной. А сейчас что там стряслось? Думаешь, она могла повесить трубку? Думаешь, она все еще строит из себя жертву? Возможно. Это поведение соответствует такой принцессе, как она. Да, точно. Вот это ты доверчивая. Что тут происходит? Атмосфера пугающая. Мы обсуждаем серьезные вещи. Что-то случилось? Сяочон, ответь мне. Представь, что ты начала встречаться с парнем, и неожиданно появляется девушка из его прошлого, которая хочет его вернуть. Как бы ты поступила? Для начала нужно обдумать ситуацию со всех сторон. Кто из вас двоих обрел соперницу? Юен. Ну, это не всегда бывает плохо. Ты подумай. Любовь, которая ни разу не подвергалась испытаниям, нельзя назвать устойчивой. Появление третьей лишней — всего лишь проверка ваших чувств. Послушай, как только вы вместе пройдете через это препятствие, вашу любовь можно будет считать настоящей. Тебе нужно прислушаться к ее словам. Гон Цзэцзин. Одни неприятности от нее. Уже спишь? Давай увидимся завтра утром за завтраком. Нужно поговорить. Цзэян, еда прибыла. Жрать. Если не хочешь, я оставлю на столе. Да, Хуаян. У меня хорошая новость. Прибыль от твоей выставки побила рекорды нашей галереи. Сегодня только второй день, но все твои картины из отдела А были распроданы. Как же так? Один из покупателей очень любит твое творчество. Разом забрал больше половины картин, что вновь побило все наши рекорды. Очень странно, но он даже торговаться не стал. Все выкупил по изначальной цене. Раньше я с таким не сталкивалась. Знаешь, а вы с ним однофамильцы. Может, вы родственники? Гуебай, отец хочет выручить собственного сына. Почему это неправильно? Хуаян, можешь подождать меня? Я сейчас подойду. Повсюду она. Спящая красавица, вставай. В отличие от тебя, Сяочон уже давно сидит в библиотеке. Сегодня выходной, зачем рано вставать? У тебя сегодня королевский завтрак? Встречаешься с Гуибаем? Да, он написал мне вчера вечером. Пригласил покушать вместе.
И ты так просто пойдешь? Давай помогу с нарядом. Это всего лишь завтрак. Поговорим позже, я пойду. Удачи. И не забудь попросить его объяснить вчерашнее. И про эту девушку лучше узнай. Она определенно что-то замышляет, с этим надо разобраться. Если что случится, звони, знай, я всегда наготове. Хорошо. Чего пришла? Кто разрешал тебе входить? Где Гуибай? Говори, что хотела. Я передам. Откуда у тебя ключи? Что ты хочешь? Это всего лишь ключи. Я тоже могу их заполучить. У меня не только ключи от этой квартиры. К тому же знаю расположение каждой вещи. Он в последнее время много работает, забота о порядке здесь на мне. Так значит, ты здесь домработница? Ебай уже успел сообщить тебе, что вчера разрешил мне остаться здесь жить. Кажется, ты даже не знаешь... Где он был вчера? А здесь у нас сэндвичи, пельмени. Все то, что я так люблю. Как раз не завтракала. Благодарить не буду. Это ты сделала? Я еще не закончила. Скажи, я талантлива? Как ты можешь портить его картины? Хоть знаешь, как много сил он тратит? Это всего лишь картина. Будь она действительно ценной, я бы и пальцем не прикоснулась. И еще. Думаю, я заберу у тебя эти ключи. В следующий раз не стоит сюда приходить. Провожать не стану. У вас одна фамилия. Вы с ним. Прости, Хуайян. Я не могу продать ему картины. Не можешь? Это очень глупо, ты так не считаешь? Речь идет о большой прибыли. Я не продал бы ему ни одну из своих картин. Я сказала тебе об этом, чтобы поделиться радостью. Ты же внезапно говоришь об отмене заказа, я не понимаю этого. Если ты хочешь, чтобы мы отменили его, ты должен назвать вескую причину. Прости, но это личное. Я не могу рассказать тебе. Выставка и без этого покупателя так и останется успешной. Наша галерея многое потеряет, если ты так поступишь. Если хочешь убедить нас, тебе лучше все рассказать. Я не прошу тебя отвечать за мой поступок. Я возьму на себя всю ответственность. Гуибай, я действительно не могу понять. Потери понесет не только галерея, но и ты сам. Если итогового сбора будет достаточно, для того, чтобы выкупить картину художницы Чи, меня это полностью устроит. Если бы ты только согласился на продажу, то уже сегодня смог бы вернуть себе ее картину. В случае, если ты действительно отказываешься, твоих средств будет недостаточно. Я надеюсь, ты еще раз подумаешь над этим.
Бай, ты дома! Перестань, ты тяжелая. Та-дам! Нравится? Что ты сделала с моей квартирой? Сменила темные оттенки на светлые. Теперь это в моем стиле. Как тебе? Кстати! С этой игрушкой я спала в обнимку все время, что провела за границей. Теперь дарю ее тебе. Будешь теперь с нею спать. Ты ведь еще не позавтракал? Еще горячее. Скорее. Подожди. Йоуян приходила? Да, она была здесь. Разозлилась на меня ни с того ни с сего. Разозлилась? Что ты сделала? А это почему здесь? Твоя картина не была законченной. Я решила тебе помочь. Сейчас она выглядит лучше. Где Йоуен? Ушла. Иди за мной. Куда ты меня тащишь? Ебай уже успел сообщить тебе, что вчера разрешил мне остаться здесь жить. Видимо, ты ничего для него не значишь. Послушай, то, что она сказала, полная чушь. Кто и право давал говорить от лица Ебая? Она специально тебя разозлила, хочет, чтобы ты сдалась. Я знаю. И все же, увидев, что она испортила картину, мне стало очень больно. Просто поговори с Гуебаем. Нечего страдать без причины. Поговорить с ним. Не хочу показаться жалкой. Она так-то виноват во всем. Стала бы она говорить это и ставить Ебая в неловкое положение. Ты ищешь ей оправдание. А как же подумать о себе? Сьюзан, я верю, он все уладит. Все из-за этой чокнутой принцессы. Что это за имя вообще? Гонзи-дзин. Ей больше Гонзи-шум подойдет. Ладно, не думай об этом. Пойдем лучше прогуляемся. Только сначала переоденусь. Я не пойду. Оставь меня, я не хочу к дедушке. Не поступай так со мной. А что не так? Давай выслушаем точку зрения дедушки. Это не Гуебай, который получил награду? Кто эта девушка? Они встречаются? Разве он не состоит в отношениях со студенткой с французского? О чем они? Ненавижу ее, я... Я хотел тебя увидеть. Куда ты идешь? Хочу прогуляться. Прости за утро. Я привел ее к тебе попросить прощения. Цзэдзин, подойди. Я была не права. Не должна была портить рисунок. Хочу извиниться перед тобой. Ты тоже была ко мне жестока. Ты сейчас просишь прощения или жалуешься? Что ты делаешь? Пошли со мной. Эй, куда вы собрались? Гонзи-дзин, верно? Давай поговорим. Ты кто такая? Нам не о чем говорить. Где твое воспитание? Ты ведь взрослый уже? Тебе какое дело? Ты что, плакала? Нет.
Прости. Я плохо поступил. Как только увидела картину испорченной, на сердце стало очень горько. Я знаю, она тебе нравилась. Я нарисую тебе еще одну, хорошо? В будущем я буду рисовать только тебе. Буду рисовать столько картин, сколько захочешь, пока ты не будешь довольна. Иначе меня ждут бессонные ночи. Успокаивать людей не твоя стихия. Я не хочу, чтобы ты плакала. Если будешь плакать, я тоже буду. Кто сказал, что я буду? Значит, ты просто ревнуешь? Мы так давно знаем друг друга, и вот впервые ты ревнуешь. Кто ревнует? Я даже не знаю, что это такое. Мне нравится, когда ты так себя ведешь. Очень. Просто я совершенно ничего не знаю. В каких вы отношениях? Почему она идет против меня? Это моя вина. Я должен был раньше рассказать о ней. Мы познакомились с ней благодаря дедушке Гон. Однажды я проводил летние каникулы у тети. Но она часто оставляла меня одного. Мне было очень скучно. В итоге она записала меня в секцию дзюдо. Тогда он был очень добр ко мне. В детстве у меня не было ни отца, ни дедушки, поэтому я считал его за родного. Так я познакомился и с его внучкой. Наши отношения не больше, чем дружеские. На зимних каникулах, прямо перед вступительными экзаменами в университет, она внезапно призналась мне в любви. Значит, между вами что-то было? Ничего. Как это возможно? Я отношусь к ней, как к своей младшей сестре. В скором времени семья отправила ее учиться за границу. Все это время мы не связывались друг с другом. И, если честно, я не думал, что когда-то еще будем общаться. Время, когда она была действительно дорога мне. Это детство, которое давно прошло. Это уже в прошлом. Прости, я не должна была быть такой мелочной. Ты нравишься мне даже такой. Сейчас я рассказал тебе все на чистоту, ничего не утаивая. Теперь ты можешь простить меня? Хорошо. Пока извинения приняты. Может, ты как-то докажешь это? Почему ты так требователен к людям, перед которыми сам же и провинился? Больше не злишься? Моя девушка. Так прекрасно. Забрал даром, еще и хвастается. Точно. Скажи, куда ты собиралась пойти? Хотела с Сьюзен пройтись до выставки. Какое совпадение, я тоже туда собирался. Может быть, вместе? Хорошо. И еще. Вот это... чье? Не знаю. Не знаешь? Тогда можно выбросить это. Гуебай! Отдай! Пусть я уже видела все твои картины,
Но я рада наслаждаться ими снова и снова. Каждый раз новые ощущения. Ты видишь что-то новое? Картины, что были нарисованы до того, как стало известно, что будет выставка, воспринимались обыденно. Но сегодня, сколько бы я на них ни смотрела, кажется, будто в них есть тайна. Какая тайна? Тебе не кажется, что между прежними работами и недавними есть большая разница? Посмотри, это твои ранние работы. Такие мрачные. А в последних работах много света. Особенно в этой. Верно, ты права. Ты заметила еще одну тайну, да? Еще одну? Это ты выступила моделью для моих последних картин. Пошли, впереди еще много тайн. Эта картина... Знаю, ты очень ее любишь. Для меня она тоже... имеет наибольший смысл. Ведь это последняя... картина... моей учительницы. А почему именно в будущем? Я же еще маленькая. Потому что я боюсь... что не смогу увидеть тебя такой. Хочешь знать предысторию этой картины? Девочка, что на ней, это я. Только не я настоящая. Такая, какой представляла меня мама. Я была еще маленькой, когда она умерла. Она боялась, что не сможет увидеть, какой я вырасту. Потому она использовала свое воображение, чтобы изобразить меня невероятно красивой в старшем возрасте. У тебя такая любящая мать. Ты очень счастливая. Каждый ценит эту картину лишь потому, что она стала последней и незавершенной в ее художественной деятельности. Хотела бы я, чтобы она была законченной. Не волнуйся. Я помогу исполнить твое желание. Ты принял решение? Я никогда не меняю решения, которые принял. Я не буду продавать картины. По причине? Я хочу обсудить картину Чи-Джен. Разве утром я не ясно сказала? У меня есть и другой способ вернуть ее. Какой? Я готов передать галерее права на картины, которые помогли мне выиграть конкурс. Вы можете продать их. Уверен, в таком случае у меня хватит денег, чтобы вернуть работу художнице Джен. Куаян, пусть я пока не могу ее выкупить, но мне необходимо сделать кое-что. Могу я взять ее ненадолго? Обещаю, что когда закончу, я верну ее. Я не беспокоюсь о том, что ты можешь испортить ее. Только зачем она тебе? Можешь сказать? Я хочу исполнить желание одного человека. Хорошо. Я разрешаю тебе забрать ее на 3 дня. Но ты должен помнить, рано или поздно она будет продана.
Если сейчас начать, успею закончить к ее дню рождения. Ебай, ты уже спишь? Кто там? Доброе утречко. Еще рано. Зачем ты пришла? Принесла тебе завтрак. Я не голоден. Я хочу еще поспать. Возвращайся к себе. Подожди, еще кое-что. Что же? Послушай, я собираюсь на какое-то время остаться в Китае. Не могу же я все время жить в отеле. Я планирую снимать квартиру. Позволь воспользоваться компьютером. Снимать квартиру? Да, и работу найти не помешало бы. Так я смогу видеться с тобой почаще. Ты действительно собираешься остаться в стране? Да, нельзя. Ты ведь знаешь мой характер. Я не сдаюсь, пока не достигну цели. Кто там в такой час? Постой. Лин Зиян не встает так рано. Боже, неужели Йоу Йен? Картины. Помоги мне прибраться. Зачем? Хватит болтать, живо. Йоу Йен. Йоу Йен. Ай, нога! Просто присядь пока. Йоу Йен, ты все неправильно поняла. Я убирал квартиру, а она напрыгнула на меня. Ты ведь говорил, что она будет жить в отеле. Почему она в квартире в такой час? Она принесла мне завтрак. В любом случае, все не так, как ты думаешь. Гуебай, я понимаю, что она еще ребенок. Понимаю, что вы были близки в детстве, и здесь она может полагаться только на тебя. Вы можете общаться, я могу терпеть. Но у любого терпения есть предел. Я боюсь, что в любую минуту не смогу выдержать этого и не захочу больше слышать твои объяснения. Сейчас мне противно от самой себя. Скажи, что я должна делать? Прости. Прости меня. Я сильно тебя обидел. Это все моя вина. Йоу Йен, я поговорю с ней насчет этого. Возможно, я вовсе ей не нравлюсь. Просто она, словно маленький ребенок, хочет получить игрушку. Это не так. Ты мне правда нравишься? У тебя же нога болела. Она болит. Потребовалось много сил, чтобы дойти до вас. Лу Йоу Йен, оказывается, ты не любишь его по-настоящему. Иначе почему так поступаешь с ним? Цзэцзин, следи за языком.
госпожа Джоу. Да, я понял. Я приду как можно скорее. Что такое? Госпожа Джоу сказала, что нужно обсудить срочное дело. Тогда иди. Я повредила лодыжку. Ты же не оставишь меня одну? Я сегодня свободна. Могу сопроводить тебя. А я тебя просила? Хочу, чтобы он был со мной. Не ты ли сказала, что он тебе нравится? Если чувство к нему настоящее, почему мешаешь его будущему? Йоу Йен, Цзэцзин преследует меня без оснований. Тебе не нужно с ней возиться. Ебай. Я поняла. Все, что ты сказала, она просто ребенок. Я, к счастью, знаю, как с ними взаимодействовать. Можешь идти. Если что-то случится, сразу же звони. Или полицию. Иди. Сестренка Йоу Йен, мы можем идти? Сестренка? А что, тетушкой тебя звать? Что ты делаешь? Сообщаю хорошую новость, ебаю. С тобой ведь все хорошо. Если скажешь ему, я пойду прямиком в галерею. Адрес мне известен. Ладно. Что хочешь делать? Ты же хотела обо мне позаботиться, мы можем провести весь день вместе. Будем познавать сильные и слабые стороны друг друга. Мы ведь соперницы, верно? Я должна лучше тебя узнать, а после победить. Весь день вместе? Хорошо, куда пойдем? В каждое из тех мест, где у вас с ним были свидания. Сестренка Йоу Йен, подожди! Аккуратнее. Заказ будет отправлен за границу. Им предстоит дальняя дорога. Ты пришел. Посмотри, еще один заказ. Я сразу говорила, что нас ждет успех. Но кто знал, что все будет настолько хорошо? Надеюсь, эти картины смогут порадовать покупателей. Конечно, будут. Люди, покупая картины, покупают удовольствие. Все эти картины запали в душу тем, кто решил их приобрести. Ты счастлив это осознавать? Немного грустно. Понимаю. Каждая из этих картин многое значит для тебя. Ах, да. Я не просто так позвала тебя сюда. Что случилось? Мы хотим организовать званый вечер в честь успеха твоей выставки. Хорошо. Понимаю, тебе не нравятся такие мероприятия, и все же пообещай мне в этот раз. В прошлый раз, когда мы ужинали с гостями, ты не смог присутствовать в этот. Мы организуем мероприятие для тех, кто поддерживает тебя в этом начинании. Тебе нужно появиться на нем. Ну как, все хорошо? Она не достает тебя? Кажется, она стала дружелюбнее. Дружелюбнее? Этот ребенок. Что она замышляет? Так, что случилось? Я проконтролирую это. Уверен, что тебе удастся. Лучше займись делами. Хорошо. Я встречусь с вами, как все решу. Да, увидимся. Сестренка Йоу Йен, вы сюда вдвоем часто приходите? Если привести тебя в те места, где мы часто бываем, думаю, в следующий раз у нас будет свидание втроем. Могу я задать тебе вопрос? Какой? Ебай говорил, что ему нравится в тебе. Кажется, нет. Как же так?
Вот мне он нравится, потому что он красивый. И характер хороший. Ко мне добр. Ой, у него много превосходств. Поскольку он так любит тебя, значит, в тебе что-то все-таки есть. Расскажи мне, что это? Может, научишь меня чему-то? Разве любить человека можно только за его достоинства? Или, может, я чего-то не понимаю? Я могу сказать лишь одно. Неважно, сколько у него недостатков, я по-прежнему его люблю. Очень сильно. Даже с недостатками? Не понимаю. Йоуен, знаешь, у меня совсем нет друзей. Мне было очень одиноко учиться за границей. В то время я больше всего скучала по нему. Однажды, когда была ребенком, я заболела. Никого из семьи не было рядом. Только он. Он многое сделал для меня. Это моя судьба вернуть его. Уибай очень добрый человек. Он всегда очень внимателен к своим друзьям. Но думала ли ты о том, что в то время, когда вы познакомились, вам было не больше 10 лет? То, что было между вами, всего лишь крепкая дружба между детьми, это не было любовью. Но ведь кроме него, мне никто больше не нравился. Ладно. Йоуен, оказывается, ты не так уж плоха. Давай будем подругами. Хочешь быть моей подругой? Yeah.